Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А сегодня, дорогие мои, я вас очень хочу познакомить со своим любимым писателем. Да, это один из моих любимых писателей. Это, ну, примерно я его ставлю в одну линеечку с Орвелом. Джордж Орвел. Я вам рассказывала про него. Ну, «Скотный двор». Так вот, написал который. Этот человек, Уильям Сомерсет Моэм, он тоже примерно в те же года родился и умер. Он родился в 1874 году, а умер в 1965 году. Вы знаете, это выдающийся британский писатель и драматург. Он прожил очень интересную и долгую жизнь и находился в России в 1917 году по заданию Ми-5 и встречался с Керенским и Савенковым. И после Первой мировой войны он очень много путешествовал. Ну, вы знаете, что Великая Британия – это была величайшая держава на тот момент и имела очень много колоний. Индия, кстати, тоже это была колония Англии и многие-многие другие страны и острова. Огромное количество колоний было. Вот. И, в общем, это умнейший человек, который, как вы понимаете, имел блестящее образование. Он был, да кем он только не был, скажем так. В общем, когда человек имеет блестящее образование, он может быть кем угодно. У него был дебютный роман «Лиза из Ламбета». Написал он его в 1897, а первый сборник рассказов выпустил в 1899. Он всего написал 78 книг, и самыми известными это «Театр», «Луна и грош» и «Бремя страстей человеческих». Блестящая книга. Из книги «Бремя страстей человеческих» я сейчас вам несколько цитат прочитаю. Ну вот, например, такое. «Легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен». Ну, умничка, правда же? Или вот такое вот. «Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива. Иллюзия тех, кто давно расстался с юностью. Молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства. А придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит». Золотые слова. Вот как раз сейчас тоже у многих вот эти ложные идеалы, которые внушают молодым с детства. А ведь, дорогие мои, они придут в столкновение с реальностью. Эти детки, которых вот переодевают, там устраивают им вот эти вещи всякие разные, которых погружают в политику, которых зомбируют, не внушайте им ложных идеалов, потому что они придут в столкновение с реальностью. Это замечательнейшая цитата, которую я выписала в свой цитатник. Я еще раз ее зачитаю. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива. Иллюзия тех, кто давно расстался с юностью. Молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Так вот, этот человек гениальный, просто гениальный человек. И я решила не просто вас познакомить, а даже прочитать один из его рассказов для того, чтобы вы спокойно могли сказать: «А я знаю Уильяма Сомерсет Моэма, я его знаю». Моэм? Да ведь он написал прекрасный рассказ из жизни «Мейбл». Итак, «Мейбл». Путешествуя по странам Востока, я оказался в Бирме. Там я сел на корабль, направлявшийся в Мандалай. Но за пару дней до прибытия, когда судно
ночью стала на якорь у какой-то прибрежной деревушки. Надумал там сойти. Капитан сказал мне, что в деревушке этой есть прекрасный клуб, где я буду чувствовать себя как дома. Там привыкли уже оказывать гостеприимство пассажирам, которых блажь, подобная моей, заставляла покидать свои корабли. Секретарь клуба весьма приятный молодой человек, и мне, может быть, удастся даже сыграть партейку-другую в бридж. Свободный от всех мирских забот, я сел в одну из запряженных валами повозок, ожидавших у причала. И меня подвезли к зданию клуба. На веранде сидел мужчина. Когда я подошел ближе, он кивнул мне и спросил, буду ли я пить виски содовый или джин с тоником. Мысль о том, что я, быть может, не захочу пить ничего, очевидно, не пришла ему даже в голову. Все же, избрав в итоге более долгоиграющий вариант, я присел. Человек, рядом с которым я находился, был высок, худощав, с бронзового оттенка загаром и пышными усами. Шорты и рубашка на нем были цвета хаки. Он так и не представился. Однако, когда мы с ним некоторое время поболтали, вошел другой мужчина, отрекомендовавший секретарем клуба, и поприветствовал моего нового приятеля, назвав его Джорджем. «Ну как, получил-таки вести от жены?» – поинтересовался секретарь. Глаза Джорджа заблестели. «Да, с последней почтой пришли письма. Она прекрасно проводит время. И просит тебя не беспокоиться?» Джордж немного хмыкнул. «Но если я не ошибся, мне показалось, что изданный им звук очень напоминал всхлип». «В общем, да. Но это легче сказать, чем сделать. Конечно, я знаю, ей нужно развеяться, и я рад, что это ей удается. Но для меня пережить все это нелегко». Он повернулся ко мне. «Видите ли, я первый раз за все время расстался со своей половиной, и без нее чувствую себя, как заблудившийся щенок. А долго длится ваш брак?» 5 минут. Секретарь клуба рассмеялся. «Не говори ерунду, Джордж, ты женат уже 8 лет. Мы еще немного поболтали, затем Джордж взглянул на часы, сказал, что ему пора переодеваться к обеду, и вышел. Секретарь наблюдал, как его поглощает ночь с беззлобной иронической усмешкой. «Теперь, когда он остался один, мы все время приглашаем его к нам», – сказал мне секретарь. Он так ужасно подавлен с того самого дня, как его жена уехала в Англию. Ей должно быть приятно осознавать, что муж до такой степени ей предан. «О, Мейбл – удивительная женщина!» Секретарь кликнул Боя и велел принести еще выпивки. «В этих гостеприимных краях вас не спрашивают, хотите ли вы чего-нибудь. Принято считать, что вы этого хотите». Секретарь расположился в удобном кресле с высокой спинкой и закурил манильскую сигару. После этого он поведал мне историю Джорджа и Мейбл. «О, Джордж и Мейбл! Обручились они, когда Джордж однажды на время отпуска приехал на родину. Когда же пришла пора возвращаться в Бирму, они условились, что она приедет к нему через 1/2. Но тут стали возникать всяческие препятствия. Сначала умер отец Мейбл, затем началась война, и Джорджа направили в район, где белой женщине жить невозможно. Так что прошло 7 лет, пока Мейбл получила, наконец, возможность выехать к жениху. Джордж все приготовил к свадьбе, которая должна была состояться в день приезда его невесты, и отправился в Рангун ее встречать. В то утро, когда судно должно было прибыть в порт, он одолжил моторку и направился к докам. Там он долго мерил шагами пристань. И тогда вдруг он пал духом. С Мейбл он не виделся 7 лет и забыл даже, как она выглядит. Она казалась ему загадочной незнакомкой. У него
засосало под ложечкой, колени начали дрожать. От этого всего он не выдержит. Надо предупредить Мейбл, что он очень сожалеет, но не может, просто не способен на ней жениться. Однако, как мужчине сказать такую вещь девушке, хранившей ему верность 7 лет и приехавшей к нему за 6000 миль, чтобы выйти за него замуж? На это у него тоже не хватило бы духа. Джорджа охватило отчаяние. У причала стояло судно, готовившееся к отплытию в Сингапур. Джордж торопливо написал записку Мейбл и без всякого багажа с пустыми руками ступил на борт судна. Письмо, которое получила Мейбл, было примерно таким. «Дорогая Мейбл, мне неожиданно пришлось уехать по делам. Когда освобожусь, не знаю. Думаю, что тебе лучше всего вернуться в Англию. Мои планы на будущее крайне неопределенны. Любящий тебя Джордж». Однако, когда он прибыл в Сингапур, там его уже ждала телеграмма. «Все, поняла, не волнуйся, люблю, Мейбл». Страх сделал Джорджа сообразительным. Ей-богу, она собралась последовать за мной. Он телеграфировал в контору рангунского пароходства и убедился, что фамилия его невесты числится в списке пассажиров судна, направлявшегося в Сингапур. Времени было в обрез. Джордж вскочил в поезд, отправлявшийся в Бангкок. Однако его не оставляло беспокойство. Ей не так уж трудно было бы выяснить, в какой город он уехал, и сесть в следующий поезд. К счастью, из Бангкока на следующий день отплывало в Сайгон французское грузовое судно. Джордж зашел на борт. В Сайгоне он будет в безопасности. Ей не придет даже в голову, что он там. Если же она все-таки догадается, то ей, надо думать, станет наконец ясно, почему он от нее уехал. Плавание из Бангкока в Сайгон длилось 5 дней. Корабль был мал, грязен и совершенно не приспособлен для перевозки пассажиров. Джордж очень обрадовался, когда они, наконец, причалили. Рикша доставил его к отелю. Как только Джордж расписался в книге посетителей, ему сразу же вручили телеграмму. В ней было лишь 2 слова. «Люблю, Мейбл». Однако этого оказалось достаточно, чтобы у него выступил холодный пот. «Когда отходит корабль в Гонконг?» – спросил он. Бегство начинало принимать серьезный оборот. Он высадился в Гонконге, но не рискнул остаться здесь, а направился в Манилу. Но и Манила показалась ему ненадежным местом, и он отбыл в Шанхай. В этом городе тоже было как-то неспокойно. Каждый раз, выходя из отеля, он боялся попасть прямо в объятия Мейбл. Нет, Шанхай не годился. Оставалось лишь отправиться в Иокогаму. Что он и сделал. Там, в Гранд-отеле, его уже ожидала телеграмма. «Как жаль, что упустила тебя в Маниле! Люблю, Мейбл!» Джордж, нахмурив брови, изучал судовое расписание. Где же она сейчас? Он вернулся в Шанхай. На этот раз он отправился прямо в клуб и спросил, нет ли ему телеграммы. Ему ее тут же и вручили. Текст гласил: «Скоро буду, люблю, Мейбл». Но нет, он не из тех, кого так просто можно поймать. Джордж уже принял решение. Янцзы – река длинная. На ней попадаются пороги. Он мог еще успеть на последний пароход, отплывающий в сторону Чунцина. А после того в те края можно было бы попасть только на джонке, что, конечно, немыслимо для женщины, которую к тому же никто не сопровождает. Джордж отправился в Ханькоу, оттуда в Ичан. Там он пересел на другой пароход, который, миновав пороги, доставил Джорджа в Чунцин. Но теперь уже он отчаялся и не желал рисковать. В 400 миль от Чунцина был городок, называвшийся Ченту.
столица округа Чихуань. Туда можно было попасть лишь по шоссе, вокруг которого окопались разбойники. Да, там, наконец, он будет в безопасности. Джордж нанял кули и отправился в путь. Завидев через несколько дней зубчатые стены отдаленного китайского города, он, наконец, вздохнул с облегчением. С этих стен на закате можно любоваться заснеженными вершинами Тибета. Да, ему, в конце концов, удастся все же отдохнуть. Здесь уж Мейбл до него не доберется. Консул оказался его старинным приятелем, и Джордж остановился у него. Он наслаждался привольным житьем в роскошном доме, а самое главное – покоем после отчаянного бегства через всю Азию. Больше всего его радовало чудесное избавление. Недели лениво сменяли одна другую. Как-то утром консул и Джордж стояли во дворе, разглядывая разные диковины, которые принесли им показать китайцы. Вдруг со стороны главных ворот консульства донесся громкий стук. Швейцар широко распахнул створки, и четверо кули внесли во двор портшес, после чего поставили его на землю. Откуда вышла Мейбл? Вот это да! Она была опрятно одета, спокойна и ослепительно хороша. Ничто в ее облике не указывало на то, что она только что перенесла двухнедельное путешествие. Джордж окаменел. Он был бледен, как смерть. Мейбл шагнула к нему. «Привет, Джордж. Я так боялась снова не застать тебя на месте». «Привет, Мейбл», — еле выговорил он. Он не знал, что сказать, и стал озираться. Она стояла между ним и дверью и разглядывала его. В ее голубых глазах мелькнула усмешка. «А ты совсем не изменился», — сказала она. «Мужчина за 7 лет может очень опуститься, и я боялась, что ты растолстел и облысел». Я так нервничала. Было бы ужасно, если бы после стольких лет я так и не смогла бы выйти за тебя замуж. Мейбл повернулась к хозяину дома. «Вы консул?» – спросила она. «Да». «Тогда все в порядке. Я готова выйти за этого человека, как только приму ванну». Так она и сделала. А я люблю вас. Пока-пока. Вот вы и познакомились с моим любимым писателем, путешественником и просто гениальным человеком Уильям Сомерсет Моэмом. Люблю вас. Пока-пока.